Всем привет! Совсем скоро наступит Новый год, и пора уже подумать о подарках. Вот я решил сделать подсвечники для подарков, для вот таких вот чайных свечей. Ну и тут сразу возник вопрос, как сделать эти отверстия. Идеальным вариантом была бы подобная фреза, но размер этих фрез, как правило, при таком диаметре идут через 5 мм, то есть 35 вот это, следующая 40. А размер чашки этой свечи, вот в данном случае 38,5. У других производителей эти размеры бывают, отличаются. Поэтому нужно было сделать отверстие, ну, по возможности более точное, чтобы свеча заходила почти без зазора. Оно так и эстетичнее выглядит. Значит, можно было выбрать отверстие вот подобным циркульным резаком. Но тут же возникала вторая проблема. Резак выберет канавку, а потом нужно было бы стамес скалывать оставшийся материал. Есть у меня еще вот такое вот регулируемое сверло. Но здесь та же проблема. Конечно, оно выбирает больше диаметр. Вот до 20 мм оно выбирает отверстие с плоским дном. А дальше опять же остается тот же бортик, который надо скалывать. И чтобы не усложнять задачу, я решил сделать сверло на базе обычного пирового. У пировых сверел есть отверстие. Я не знаю, зачем производители его делают, но это отверстие я рассверлил на 6 мм. Укоротил центр, сделал с одной стороны вот такую вот подточку, зуб. И из полотна ленточной пилы я сделал новый нож. Но я его сделал так, что передняя режущая кромка находится чуть ниже кромки сверла. То есть основную массу материала режет тоже пировое сверло. А разницу в диаметрах, это у меня сверло на 35, но у меня выставлено на 39. Разницу в диаметрах выбирает угол вот этого вот самодельного ножа. Кроме того, я могу регулировать размер. Вот такая вот простая рационализация. Ну и вот как выбирается отверстие. Дно, конечно, не идеально ровное, но здесь сучок попал еще. Ну, тем не менее, размер практически с зазором в 0,5 мм. Вот такое простое приспособление. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И всем до новых видео.